Платье тебе другое надо. Ты мне как мама, Тай. Ой, Ксюха ты, Ксюха. Как же я тебя понимаю. Господи, как я так не понимаю. У меня же то же самое было. Иду. Здрасте. В общем, я тут шпатель забыл. Не помешал? Да нет, не помешал, конечно. Но зачем Ларису-то дразнить? Лариса меня теперь не интересует. Один буду жить. В общем, чихун напои, я все расскажу. Пошли. Так че? Да нет, не надо. Слушай, ну мне кажется, Вить, ты должен остыть и помириться с Ларисой. Потому что, ну, столько лет псу под хвост, ну что это? Слушай, ну, ты хоть мне натасывайся, не читай, а? Да я не Натаса, я просто думаю, ну что же за такой глупости семьи уж вообще? Ну нехорошо женщину бросать в таком возрасте. Даже женщины, конечно, это правильно, но я для себя это самое решил. Все. Решил. А где жить будешь? Где? Квартирку-то сам сниму. Небольшую, мне же много-то не надо. Пока вон в гостинице. В гостинице? Как это в гостинице? Это столько деньжищ на ветер. Это не на ветер, это ж на эту, на свободу. Слушай, Вить, давай так. Вот ты пока эту комнатку не нашел, давай у нас поживи. Ну, жили же как-то, ничего, помещались, никто никому не мешал. Нет, мы не жили. Мы это самое на голове у вас сидели, так что... Кажется, все очень просто. Давай, Кубикс, говори, что надо делать. Новый 200-граммного куба. Все меняется. Самое главное, не бояться. Я не боюсь. Окруженные всевидящими камерами. Как желудки кашелота. В замкнутом пространстве. Звуковая аура везде. У игроков есть 9 жизней. Очень медленно. Нет, быстрее, я не могу. Чтобы выполнить 7 заданий. Я испугался просто резкого звука. Вы испугались? Можно однажды сделать пробную попытку. И один раз упростить задание. Еще один раз попробую. Попросим помощь Куба. За любой промах игрок теряет жизнь. Перейти на следующий уровень можно только выполнив предыдущее задание. Куб безжалостен. Рыбкой в аквариуме! Не чувствуете себя там? Но его можно победить. Куб. Воскресенье. На первом. Для защиты моей семьи я использую средство для мытья пола Глорикс. Оно чистит и дезинфицирует пол без хлора и удаляет аллергены. Новое средство для мытья пола Глорикс.